Сегодня в столице начал работу международный бизнес-форум «Делайте бизнес в Ташкентской области». В рамках мероприятия была развернута выставка, на которой представлены товары, производимые на предприятиях столичного региона. Все подробности события в материале Ольги Русаковой. Ташкентская область играет самую активную роль в экономической жизни в Узбекистане. Делайте бизнес в Ташкентской области. Этот призыв подкреплен весомыми аргументами, а также свидетельствами тех, кто уже имеет подобный опыт работы. А таковых немало среди участвующих в международном бизнес-форуме 150 инвесторов из двух десятков стран. Очень большое внимание руководителям страны уделяется фармацевтической отрасли. И в рамках форума я надеюсь, что будут раскрыты коммерческие, если не секреты, то предложение крупного завода, в который будет инвестировать в фармацевтическую отрасль Узбекистана. И мы благодарим компании из Украины. И мы видим тот интерес самых разных стран. Белорусская форум, межправительственная комиссия будет проходить здесь завтра и послезавтра. И представители ее также здесь находятся. Большое внимание китайских инвесторов, корейских, японских инвесторов, Европейского союза, в целого ряда стран. В президиуме находятся у нас наши болгарские партнеры, которые инициировали создание крупнейшего в республике завода по переработке отработанных масел. И это для 33-миллионной страны с огромным потенциалом по автомобилестроению, конечно, очень важное направление. Ташкентская область – крупнейший производитель энергоресурсов республики. Это 70% от общего объема, производимого в масштабе страны. Товарооборот региона с зарубежными странами в 2018 году составил более 1,7 миллиарда долларов США, из которых экспорт превысил отметку 650 миллионов долларов. Выставка продукции, производимой в Ташкентской области, а также представленные презентации помогли участникам бизнес-форума получить полное представление о весьма перспективном регионе Узбекистана. Вместе с тем подчеркивалось, что в Ташкентской области имеется огромный неиспользованный потенциал, представляющий безусловный интерес для зарубежных партнеров. Ставка на Ташкентскую область обусловлена не только достаточным наличием здесь природных ресурсов, развитой инфраструктуры и человеческого потенциала, но и тем, что это самый динамично развивающийся регион Узбекистана. В ближайшее время мы собираемся открыть на этой территории промышленную зону, для чего намерены инвестировать 200 миллионов долларов. Предусматривается выпуск экспортоориентированной продукции, включающей производство стройматериалов, спецтехники, изготовление ювелирных изделий. Будет создано 4000 рабочих мест. Церемония подписания двусторонних документов подтвердила заинтересованность зарубежных инвесторов в реализации в Ташкентской области проектов, направленных на производство гранитной плитки, сэндвич-панели, стекла, цемента, сельскохозяйственной техники и автомобильных запчастей.